Летят утки. Прямо с герба города Чебоксары птицы слетели в руки горожан. Ко дню города на Красной площади установят 10 скульптур уток. Но не простых, а раскрашенных жителями столицы. Подробнее в нашей рубрике «Мобильный репортер». На площадке перед сквером Константина Иванова развернулась настоящая мастерская. Мольберты, краски, кисти, скульптуры для раскраски. Каждый желающий мог приложить усилия для создания этих произведений искусства. За работой можно было встретить журналистов, художников, музыкантов, спортсменов, блогеров, молодежных лидеров. Каждый подбирал цвета на свой вкус. Одну из скульптур раскрашивали только дети, а название дали ей очень даже взрослое. Как назовете вас, вашу сирию? Или это удочка? А? Жизнь? Друзья, посмотрите, посмотрите, какое интересное название «Жизнь». Жизнь они называют непосредственно свою удочку. Давайте бурные аплодисменты нашим ребятишкам. Как сообщает официальный сайт Чебоксар, к юбилею города в 2019 году подобных скульптур должно появиться около 550. Предполагается, что они будут разных размеров, разной фактуры, раскрашены с применением различных техник и установлены в разных местах столицы.